Я не понимаю, что мешает Филату, Плохотнюку, Лупу, Лянке, Дадону, Воронину собраться вот этой шестеркой, да, и сказать: ребята, а давайте что-то замутим такое, что через 2 года эту страну не узнают. Она будет действительно цветущий сад. И если они бы объединили свои усилия, я, ну, уверен на 100%, такие бы позитивные процессы начались в этой стране, потому что каждый из этих людей обладает серьезным потенциалом. Но их энергию надо направить в мирное, хорошее русло для страны.